Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается Зелёный. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. У нас 84 день выживания, мы продолжаем путешествовать, и мы наткнулись на племя аборигишек. Их там трое. Три аборигены. Бери вкусняшки, бери бабушки на пирожки. Наша охота на туземцев начинается. Так, у нас 1 и 3. Я хочу поменять. Так, погоди, у нас 37 килограмм. У нас есть все. Все есть. Все есть. Я хочу мясо съесть. Мне нужно поднять сейчас энергии. И нужно поднять себе протеинчика. Боевой дух нужно поднять. Ну, мы готовы. Давай-ка. Нужно сделать хедшот одному. Их останется двое. Здесь у нас бананы растут. Нужно аккуратно пройти. А здесь бывают пауки. Очень часто. Туземцы поют. Я сам по ним пососкучился. Я ж охотник, понимаешь? Я соскучился по охоте. Ну, теперь поохочусь я. О, хрум-хрум. Да, друг мой? Да, хрум-хрум. Смотри, как наблюдаем за туземцами и поглощаем углеводики. Их там трое или четверо? Так, я вижу троих. Ух, сейчас начнется бойня. Ты ждал, друг мой? Напиши прямо сейчас в комментарии. Да, я ждал этого. Ну, понимаешь, трое это уже что-то. Это уже интереснее будет сражение. Мне кажется, их там трое. Нужно сделать хедшот одному. И опасаться лучника. Ну что, я выхожу. Ой, 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 ой. Давай, давай, сражайся. Воу-воу-воу-воу! Бросай копье! Бросай копье в него! На тебе хедшот! Где? Куда убежал? Держи блок! Эх, сражение идет! Да-да-да-да-да-да! Давай! Ну! С ножиком, что ли, со мной? Куда ты с ножиком лезешь? Слушай, а у них даже оружия нет никакого! Ну! Тебе страшно? Иди сюда, засранец! На, держи копье! Никуда не денешься! Прям по руке он сдох. Всех раскидал, смотри, как офигенно. Обалдеть. Так, у меня больше нет копий. Раскидал все, забрать нужно одно копье. Один был с ножиком, другой бросал ко мне камни. Обалдеть, всех мы раскидали. Так, добываем из них мясо, кости. Теперь это мое. Ух. Нормально. Я думал, намного будет опаснее. Так, деревянный ножик, что ли? Обалденно. Деревянный ножик. Кастрюльки, кастрюльки и все. Теперь это мое будет убежище. Кстати, кстати, тут у нас есть сушильня. Но тут нужен костер, кажется, для этой сушильни. А, да, мясо можно повесить, положить. О! Нет, костра здесь не надо. Кто здесь ходит?
Здесь можно уже и поспать, друзья. Да, можно. Да, гамак можно поспать, тут сохраниться негде. Тут есть бревен, можно что-то и построить. Но главное, туземный разжигатель заберу с собой. У меня уже местечек не хватает. Так, заберем копье сейчас. Раскидали довольно неплохо. Напишу комментарий, как. Ну, знаешь, любое сражение с туземцами, это реально интересно. О, кости летают как. Погоди, а в чем проблема? Ножик. Ножик выкинуть, он мне не нужен. Вот копье. Сколько процентов? 100%, 90%. Все. Мясо выкидываем. А зачем выкидывать? Просто на сушилку положу мясо. Пригодится это мясо здесь. Так. Мясо положим. На сушилку пускай она сушится. Человеческое мясо пригодится всегда, знаешь. А достать потом личинки, гусеницы. Так, тебя тоже мы разделаем. Мясо все набросаем сюда и пойдем сходим в райское место. Я тебе покажу это местечко. Я покажу, где мы будем выживать последние 10 дней. Там реально нету туземцев. Там нету ни крокодилов, никого там. Обалденно. Но там нужна удочка, кстати. Там да нужна удочка. Но пока я там ничего не буду выживать, у меня есть еще 6 дней, чтобы просто побегать, повыживать. Так, туземное копье третье. Уже больше не влазит. Перьев много. Всего много, мы должны сейчас поесть. Давай-ка покушаем сейчас. Я хочу пить просто. Хочу просто пить. Можно это выпить. Потом добыть. Смотри-ка, туземцы есть все-таки. Они приходят. Они пытаются со мной сражаться. Но у них ничего не получается. Потому что у меня железный броник. Потому что у меня железная... О, погоди, погоди. Железный характер и мясо всегда здесь есть. На тебе хэдшот. Да он сдохнет сейчас, смотри. Раз, два, три, и он сдох. Мясо. Мясо, а не человеческое. Мясо такое обязательно нужно. Кабанчика. Свежий кабанчик, он всегда пригодится. Давай, давай, разделывай. Ууу, не вылазит нифига. Так, копье забрал? Копье у меня? Копье у меня. Все чудесно. Так, вернемся обратно. О, выкинем все кости здесь. Пускай валяются здесь на видном месте. А попугайчики тоже здесь выкинем. Пускай здесь валяются. Туземцы не могут дать мне нормальный бой. Я вычисляю самого опасного и его сперва убиваю. Понимаешь, видишь, как опытный стратег. А выкинем кости. Так, у меня 46 килограмм. У меня слишком много мяса. А мясо, мясо, мясо. Это у нас что? Сырое мясо. Погоди, сырое. 4 куска мяса, змеюки, 14 часов, можно сделать костер где-то под навесом, и пожарить его, можно сделать, хватает у меня, нет дров вообще, дров-то нет, а я вообще мясо-то хочу есть, кстати, да я не хочу мясо-то есть, у меня мясо дофига, пойдем к черту, не будем тратить времени, побежали мы, покажем это райское место. Ух, сколько здесь этих, погоди, погоди, грибочек хочу взять грибочки. Теперь мы направляемся вон в ту сторону, в райское место. Там рыбок много, там реально можно райское... Ой, броненос, какой милый, какой забавненький бегает. Пускай бегает. Смотри, сколько здесь кабаночек. Смотри, один, второй, третий. Здесь реально можно поставить ловушку. Есть там гамак. Здесь можно повыживать. Здесь есть туземцы. Есть мяса много. Есть деревья. Можно реально здесь повыживать. О, погоди, погоди. Мы не идем в райское место. Мы выживаем сейчас тут. Слушай, реально. Можно сделать ловушку. Давай-ка. Прямо здесь начинаем делать. Видишь, как все с фонтана. Так, нужно сделать, знаешь, какую? Мне понравилась вот такая. Селок. Вот такой селок. Поймать можно живьем. Вот так, ставим. Все, делаем. Нужно всего лишь навсего два бревна, длинную палку, веревки и, в принципе, готово. Кабанчик. Уже в рукопашку. Пошел в рукопашку. Так, мне нужно срубить два толстых бревна. Что ты бегать не можешь? 46 килограмм. Чего ты нахватал так много? Ух, мясо, мясо. Это мясо можно просто выкинуть и все. 45 килограмм. Давай-ка, рубим. Дерево. Два толстых бревна, длинная палка. Так, это что за растение? Ой, разрубил бревна.
Так, что было за... Ууу, неизвестная трава. Так, съесть, уничтожить. Не, есть я не буду. Я не знаю, что за трава. Живу практически 100 дней. Ну, не 100, конечно, 83 дня. И неизвестная трава, которую я еще не ел. Я не буду ее есть. Так, одно бревно есть. Второе бревно есть. Все. Побежали мы строить для кабанчика. Здесь есть туземцы. Можно с кем посражаться, понимаешь? Можно с кем строить конкуренцию. Кто самый крутой выживальщик? Я или туземцы? Так, а одна длинная, потом мелкие палочки нужны. Этого добра у меня тут много. Очень много. Смотри, сколько деревьев. А где все я рубил? Вот, мне нужны эти палочки. Так, доска получилась уже. Я разрубил, по идее, толстое бревно, и получилось много-много палок. Так, еще одна палка. Мне нужна одна длинная. Сейчас мы нахватаем таких палок. Все, уже нахватал. Давай-ка я сразу разделаем. Ууу, нифига себе, ты ходить не умеешь даже. Все, устал. Так, нужно выкинуть что-то. Так, пить хочу. Ой, пардон. Возьми палку длинную. Сейчас добежим. Сейчас мы добежим. Раскидали мы туземцев. Обалденно. Так, здесь можно сделать, знаешь, на весь. Чтобы можно было сохранить, наверное, игру. Потому что здесь поблизости негде даже сохраниться. Сейчас мы глянем, из чего можно сделать. Так, мне нужна длинная. Мне нужны короткие палочки. Так, все сделал. А теперь нужна веревочка и короткие палки, которых у меня нету. Сейчас будет. Тогда быть. 7 коротких палок. Тогда быть. О, так, еще 3 штучки. И готово. Я жду... настоящих туземцев, у которых можно посражаться, достойно посражаться. Все, приманку ложить мы не будем, потому что она и не нужна. Так, что по воде, что по еде. А хочу шишки, хочу кусок мяса. Ой, шишки, кстати, у нас есть. Шишки, шишки, это я тоже съем. Бананы один день есть еще. А сырое мясо. Так, это я съем, чтобы меньше было килограмм. Мясо чуть я хочу. Так, выпить. Делать убежище для сохранения, конечно, можно. Ну-ка, погоди-ка. Какое самое элементарное убежище, чтобы можно было сохраниться? Так. А здесь позволить... Нет, долго. И это долго делается. Вот, здесь можно. А палок 8. А... Палок 8. Длинных палок 3. А веревка, листья пальмы 13. О, навес. В принципе, неплохой навес. И немного нужно. А можно сохранить здесь игру. То есть можно сделать. Ну-ка, здесь желтое, желтое, желтое. Везде желтое. Но не проблема. Это не проблема. Проблема решается. Вот таким макаром. Так, все готово. Давай-ка книжку мне. Так, все-таки что-то еще мешается, да? Можно сделать чуть наверху. Слушай, реально как-то тяжело ходит. Так, давай-ка скушаем. Мясо мы это скушаем. О, о, дело пошло, видишь как? Пошло дело. А, ловушка есть, мясо будет. А племя туземцев здесь тоже есть. То есть туземцы тоже будут. О, ящик напугал меня. Такой звук сдает. А, кстати, тут есть костер. Навес тут нет, жалко, да? Навесика тут нет. Но это не беда. Так, пойдем-ка делать навес. Можно, в принципе, здесь сделать. Ну-ка, давай-ка, книжку мне. А, сделаем тут навес. О, можно без проблем. Так, палки, 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 это дело уже есть. Так, палочки нужны. Во, далеко ходить не надо, уже можно прям здесь рубить. Будут и длинные палки. Веревки у меня есть. Найти здесь еще, где растут бананы, и все. И офигенно можно строить уже новое убежище. Так, возьмем длинные палки, они пригодятся мне тоже. Принесем их в лагерь. Толстое бревно. О, еще толстое бревно. Ох, есть длинные палки. Так, не бросим здесь. Мне нужны, по идее, сейчас короткие. Так, 4 штуки коротких. Так, теперь мне нужно длинные. Кажется, 3 штуки. 1, 2, 3. И веревка. Все. Осталось листья пальмы 13 штук. А, пальма. Вон пальма вижу. Это не пальма. Вот пальму вижу. Так, есть один. Так, здесь получается шишки у нас. Нет, я не буду трогать. Пускай это останется. Так, кусты. Какие-то кости валяются.
Кости мы не заберем. Он уже не забирает. Так, 6 листьев. А надо 13. Сделаем 3 ходки и убежище готово. Можно пойти дальше и показать вам, друзья, райское место. Где будем выживать 10 дней, если, конечно, вы захотите. Ой, сколько тут все листьев-то оказывается. С одного кустика-то. Так, и еще один листик и готово. Ловушка есть, уже сохранялка есть. Можно в гамаке нам спать. Есть костер. Смотри-ка, быстренько. Меньше суток прошло, у нас уже много всего этого есть. Здесь можно сохраниться. Здесь можно просто спать. А где сохранялка здесь? А, вот сохранялка сверху. Нормально. То есть уже бегать далеко не нужно, если что, сохраняться. Так, листья бананов тут тоже есть. Можно сделать броник как раз из костей. Ну, а вот и бананы, смотри здесь. Здесь реально обалденно. То есть райское место. Здесь все есть. Сушилка есть. Но здесь, правда, человеческое мясо. Но не проблема, знаешь. Реально, не проблема. А можно сделать еще одну сушилку. Это идея. Пойдем покажу то самое место, где можно жить свободно, а без туземцев и опасных диких животных. Да. У нас темнело. Не знаю, друг мой, запомнишь, не запомнишь, но я тебе покажу координаты этого места. Ну, возможно, ты даже и знаешь, а я, мне кажется, уже кто-то попался. Смотри, смотри, кто-то болтается, да? Да-да-да-да, болтается кабанчик. Ну, кабанчик. Кабанчики 3 штучки. Пикарушка попался, смотри, как прикольно, да? Без приманки он попался. Так, хорошо, пускай висит. У меня мяса и так много. Шишки упали, я увидел. Заберем шишки. Перем. Места не хватает. Ой, кокосы тут еще есть. Нет, кокос брось. А кокосы я просто разломаю и заберу с собой. Здесь змеи. О, погоди, погоди. Табачок это вроде бы. Это табак, он мне нужен. А места не хватает. Так, травму выкинем. А вот табак я сейчас заберу. Здесь бывают змеи, здесь бывают пчелы. Опасно здесь. Так, изготовить. Да хватит хрюкать, пугать меня. Здесь змей бывает, потому что здесь возле воды. Кто это? Ой, напугал. Своей мордашкой напугал меня. Идет в наглую ко мне. Здесь бывает змей. Нужно быть очень аккуратным. Я покажу координаты, мы пройдем туда и посмотрим. Ну, правда, уже будет темно. Сейчас мы дойдем через эти джунгли. Вон в ту сторону, между скал. Я, когда начинал эту игру играть, именно с этого места я и начинал играть. Я вообще не понимал, как в эту игру можно выживать, потому что реально... Реально сложно было тогда, когда ты не знал, что нужно есть, что нужно пить, как нужно выживать, кого нужно убивать, а кого нельзя убивать. Хотя здесь убивать можно всех, кого видишь. Либо убьют тебя. И мы уже дошли, друзья. Здесь проходик есть, и через этот проход пьевка появилась. Никто не пройдет. Я тебе покажу координат, записывай их, ставь на паузу, и ты найдешь это местечко без проблем. Ну что, мой друг, пойдем посмотрим. Поднимается луна. Так, я хочу убрать пиявку. Ой, как раз удачно я открыл. Пойдем мы глянем это местечко, где будем выживать 10 дней. Здесь есть камни, тут есть деревья, тут пальмы нет, да? Ну, пальмы, в принципе, не нужны. Хотя вот пальмы есть большие. Кокос есть там, интересно. Тут нет змей даже, представь, мой друг. Я не припомню здесь змей. Вот оно, райское место. Ой, бананы прям снизу, обалденно. Здесь нужна удочка, здесь очень много рыбы, ее можно ловить. Вон она, ее реально много, это не пиранья. Я не знаю, это походу карась. А это обалденное райское место. Здесь можно выживать годами. Ну, хорошо. Можно осмотреться здесь, посмотреть, что здесь есть интересного. А есть ли вообще пауки и змеи реально? Ну, мне припомнится, не было, я не находил. Но я не смотрел ее детально, эту локацию. То есть этот завиток. Тут есть пещера, кстати. Да, тут есть пещерка одна. Сейчас я ее найду.
Так, палки я не буду нахватывать. Хотя, знаешь, можно, наверное, набрать палочек и уже вниз спуститься, и там выкинуть эти палочки. Пригодится в будущем. Потому что я все-таки надеюсь, что я проживу эти 100 дней, меня никто не убьет. Потому что, как видишь, я даю бой с 3 туземцами. Но, правда, у них не было серьезного оружия. Было одно копье, камни и ножик. Ну, против ножика, конечно, нет приема. Кинул копье и все, успокоился. Так, пещера должна быть где-то вот туда. Пещера здесь есть, но там будет темно сейчас. А в этой пещере я еще не был за это время. Погоди, тут нет пещеры. Здесь просто тупик. Здесь просто тупик. Так, тяжело уже ходит. Много всего нахватал. Здесь можно вырубить все и построить что-то интересное. Но, правда, все вырубим, и ничего здесь не будет. Можно, в принципе, таскать оттуда, конечно же, сюда. Без проблем тоже. Как видишь, здесь нету никаких пауков, нету змей. Крокодилов. Здесь реально никого нет. Только на той стороне. Вся опасность джунглей Амазонии. А кокосы здесь есть? Друзья, кокосы. Не вижу кокосов. Ну вот я вижу 2-3 дерева. Вот пальмы есть. Кокосов я не вижу. Хорошо, спускаемся, выкидываем. И идем обратно. Потому что я уже хочу спать. Да-да, хочется. Уже. Так, выкидываем палочки, потому что очень тяжело у нас ходит. Сделать нужно будет навес. О. Можно сделать и для глины. 10 дней, я думаю, достаточно будет здесь повыживать, что-то посмотреть, поплавать под водой. Там есть, смотри, какой-то проходик. Потом будем изучать. Я тебе показал это местечко, записываю координаты, и ты, конечно же, найдешь, если ты не знал про это место. Я заберу бананы, они потом еще появятся. Что, устал? Давай, припрыжку. Попугаи тут есть. Смотри, сколько попугаев. Какие красивые ары. Да? Обалденные. В основном здесь деревья. Видишь, бамбука здесь нет. Здесь в основном деревья. Ну, тоже сойдет. Так, ну что, бежим обратно. Нужно, по идее, спать ложиться. Смотреть там, что у нас, где кто. Я хочу пить. Можно, в принципе, выпить всю воду, которую у меня нету. Так, это я съем. Бананы я съем. Бананы съем. Кокос. Ой, сколько мяса. И, конечно же, 11 часов скоро испортится. Так, это я тоже съем. Я хочу еще одну шишку. Мяса у меня больше нет, кстати. Мне нужно мясо. Ну, делаем костер и будем есть жареное мясо. Сделать можно сушилку там и сделать... А, есть, конечно же, сушеное мясо. Спускаемся аккуратно. Тут есть змеи. Я помню. Такое местечко. Ой, смотри, какой маленький идет. Бурундучик. Так, этих я возьму с собой. От глистов. Всегда пригодятся. Так, все, выходим, выходим. А, камни. Туземцам выходим. И идем ложиться спать. Это кто идет? Смотри! Охота идет! Ягуара, смотри, смотри, как идет! Смотри, какая задница! Смотри, какая задница! Как он идет! Реально настоящий хищник! Смотри, рычит! Смотри, рычит! Видишь, он свою территорию метит. Ну, шоу, настоящая дикая кошка, да? На кого? А, он у водопоя! Ну понимаешь, даже животные не убивают, а друг друга у водопоя. А на меня рычит или нет, я не понимаю. Но ему хана, это точно. Хотя у меня очень мало энергии, кстати. Нужно что-то делать. На тебе копье! На тебе копье! Набей еще разок! Сейчас сдохнет! Бей еще разок! О! Давай, киса! Давай, киса! О, весь профи! Я профи! Я говорю, сдох. Так, заберем копье и валим отсюда. А, не получается копье забрать. Копье слишком сильно зашло. Птушку. А, ну реально, настоящий ягуар. Прям, знаешь, задница такая, как он крался. А кому он крался-то, я не так и не понял. Вон на то, а это грибок, я думал, это броненосец. Похож. Так, надеюсь, я иду правильно. Я спать хочу уже, по идее. Мне нужно идти уже спать. Дикие животные здесь тоже есть.
Так, ну что, кабанчики. Ловушку нужно, конечно же, опустить. Она опущена? Нет. Нет. Сивок нужно опустить. Так, у меня появилась пиявка. Мы идем к себе домой. Мы отбили племя у туземцев. Теперь это наше племя. Тут никого нету. Все тихо и спокойно. Идем-ка спать. Сейчас мы пиявку только уберем. Быстренько. Как видишь, против ягуара мы тоже чисто сработали. То есть ни разу нас не ударил. Держали блок. Ну, правда, он уже был раненый очень сильно. Копье получил. Не хедшот, но получил и истекал кровью. Только вопрос времени, он бы сдох. Друзья, уже увидимся в новых роликах по зеленому аду. Здесь будем уже сохраняться, здесь будем уже спать. Спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи и всем пока.